За зеленой и пушистой очереди пока нет, а нарушителей продавцов уже не один десяток. У этого мужчины из документов лишь договор купли-продажи на елке, а вот разрешение на реализацию хвойных отсутствует. За 4 дня сотрудниками управления внутренних дел по городу Саратову выявлено 34 места несанкционированной продажи елочной продукции. На всех лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, составлены административные протоколы по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях России. Еще один елочный базар расположился на улице Рахва. Продавец говорит, привезли символ новогодних праздников из Ульяновска. Все документы, уверяет он, в порядке. Вот только хранятся они у хозяина торговой точки. Здесь у вас несанкционированная торговля, которая предусмотрена законом 14.1. Рейды по несанкционированным елочным базарам проходят в Саратове на ежедневной основе. К административной ответственности уже привлечены 14 граждан. В отношении 20 человек проводится проверка. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Вести, дежурная часть, Саратов.